Всем большой привет! С вами Елена. Сегодня предлагаю вкусный гуляш из свинины. Прекрасное блюдо на обед или на ужин, которое понравится всем. Благодаря этому рецепту мясо получается очень нежным, сочным и вкусным. В сковороду добавляем оливковое масло, оставляем разогреваться. Кладем туда свинины мясо, нарезанное на небольшие кусочки. Обжарим двух сторон до золотистого цвета на большом огне. Лук нарежем на небольшие дольки, натрем чеснок. Как только мясо будет готово, к нему кладем чеснок, лук и хорошо перемешиваем. Обжариваем все вместе на 3-4 минуты. Следом кладем приправы, соль, муку, томатную пасту и все это хорошо перемешиваем. Оставим на медленном огне приблизительно готовиться 2-3 минуты. Добавляем кипяток, чтобы до середины немного больше закрывало мясо. Перемешиваем. Закрываем крышкой и на среднем огне потушим 30 минут. Гуляш из свинины у меня готово. Рецепт очень простой, вкусный. Мясо получается очень нежное. Можно подавать любым гарниром. Это по вашему усмотрению. А я сегодня попрощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравится мой сегодняшний рецепт. Если да, то пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. И увидимся очень скоро. Пока-пока. До скорой встречи.